Баскетболисты Новосибирска одержали третью победу подряд. На этот раз сибиряки взяли верх в домашнем поединке над клубом «Купол Родники». Новосибирцы контролировали ход матча, позволив сопернику выиграть лишь одну четверть из четырех. В остальных хозяева площадки были на голову сильнее. Заключительный отрезок Новосибирск выиграл с двукратным преимуществом. Сибиряки полностью доминировали на щите, показали лучший процент реализации атак. Так, форвард Андрей Семенов был точен в трех из четырех трехочковых бросков. Однако главным героем матча стал центровой Игорь Коныгин. На последних минутах третьей четверти он, забив мяч сверху, случайно сломал щит. На замену стекла работникам спорткомплекса понадобилось почти 20 минут. Только после этого игра возобновилась. Разбитое стекло, как оказалось, было на счастье. Уверенная победа Новосибирска 75-56. Команда по-прежнему делит восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги со столичным МБА. Впереди новосибирцев ждет выезд. 23 января они сыграют ответный матч полуфинала Кубка России против ТЭМП с ОМЗ ГУМК. Юные баскетболистки со всей области соревнуются на традиционном рождественском турнире в Карасуке. Спорткомплекс «Молодость» принимает 7 команд девушек не старше 15 лет. Уже привычно, что повестка, связанная с коронавирусом, актуальна для соревнований любого уровня. Вот и карасукский турнир пандемия не обошла стороной. Рождественский кубок должны были разыграть еще осенью. Однако в итоге матчи пришлось перенести на конец января. Тем не менее, на представительство команд это не повлияло. Даже наоборот, участников стало еще больше. Ведь для команд из районов области игровая практика на весь золото. Областные команды страдают только от того, что у них нет большего игрового опыта, чем у городских. Если городские команды могут позволить себе товарищескую встречу с соседним районом сыграть, поехать в область на ту же, на электричку поиграть товарищескую встречу, у кого есть зал, то областным командам это сделать сложно в связи с финансовым положением. Плюс у вас строго регламентированы в области финансовые расходы на официальные соревнования и на официальные соревнования. Ведь данный турнир – это не официальное первенство области, это турнир для подготовки. Этот турнир уже третий из четырех календарей. Вместе они составляют своеобразную серию, как этапы Кубка. Только здесь можно на одном паркете увидеть коллективы из столицы региона и отдаленных районов. Девушки прекрасно знакомы с возможностями друг друга и фаворитов знают заранее. Какие команды самые сильные, на ваш взгляд? Кочнева и... Новосибирск. Ну, горные себя что-то представляют, но мы их выиграли на 3 очка. Да. Мы молодцы. Сборная из Куйбышева, как и многим другим коллективам, в первый день пришлось непросто. На паркет пришлось выходить, что называется, с колес. Плюс по ходу игр адаптироваться к новой площадке. Зал в Карасуке больше, чем тот, на котором тренируются спортсменки из Куйбышева. Ну, лично я ничего даже не почувствовала. Мне как-то нормально. Мы легко адаптируемся. Да. Мы привыкли к этому залу, мы уже здесь сколько раз бывали. Для нас ничего любой нового. Зал это... Ничего нормально, нового. Да. Ну, я так понимаю, в Карасуке нравится вас на этот турнир приезжать. Да. Тут хороший кольцевый зал, тоже неплохой. Да. Нам прям очень нравится. Тройка лучших команд по итогам рождественского турнира получит заслуженные кубки и медали. Кроме того, в каждом коллективе будет выбран лучший игрок. Однако игры здесь могут дать кое-что поважнее призов. Для сборных районов нынешний турнир – заключительный и самый ответственный этап подготовки к первенству области, где девушкам вновь предстоит сыграть друг с другом. Эти соревнования уже в начале февраля примет Чулым.